Всем доброе утро. Доброе утро. Мы идем. Мы проснулись, идем, как всегда, по утрам открывать подарок с Аленой. Вот она, Алена, уже сегодня в нормальном виде. Она сегодня наконец-таки идет в школу. Давай. Стаканчик. Стаканчик. Да я покажу, что там. Там. Вот так держать. Ой, какой классный подарочек она сегодня откроет. Ну покажи, что это. Осьминожка перевертыш. Я про этот подарок говорила, что Варя сказала, что ты точно хочешь такое увидели, когда его. А так и вся. Довольный. Я в школу. Все, всем в школу собираться быстро. Побежали. На поставлю, да. Заплетаться. Варюшка, расческу. Варюшка сегодня в спортивной форме. У них сегодня будет день здоровья будет сегодня у них. Я тут сегодня проверяю лайфхаки. Попила кофе, теперь проверяю. Достала свои пальто. Коричневое пальто, я в нем ходила уже, вот его почистила, взяла мыльный раствор и аммиак. Почистила, вот. На основном канале будет видео, покажу результат. Вот оно еще мокрое, сейчас повешу его на балкон. Еще достала вот это свое серое пальто. Очистила его от катышек, оно очень сильно закатывается. У него вот такие вот пятна на этих, на карманах, ну чуть-чуть на рукавах. Но на рукавах не сильно видно, сейчас покажу. Возьму средство, его буду чистить с помощью вот такого средства. В фикс-прайсе покупала. Написано, очищает любые поверхности, любой текстиль. Вот тут написано, кожа, замша, резину, текстиль, пластик, дерево. Без химии. Ну вот, на нем буду пробовать его. Так, а еще у меня есть вот такое пальто. Я его почему-то, мне оно сначала нравилось, а потом что-то как-то очень резко разонравилось. Оно как оверсайз рубашка. Вот его нужно тоже почистить от катышек. Оно-то чистое, но вот единственное, тоже все очень сильно закатывается. Благо, я купила прошлый год машинку. Вот такую для катышек, для удаления. Она там срезает их. Очень хорошая вещь. С моими-то, с любителями, для любителей всяких польт. У меня постоянно здесь подмышки закатываются и эти карманы. А вот это вот спасение. Вот я целую кучу уже там начистила, сейчас сидела, убирала его. А еще нужно мне сходить сегодня в фикс-прайс. В среду у Алены день рождения. Еще сегодня буду печь торт. Первый корж, наверное. Хотя нет, сегодня надо два коржа испечь. И в фикс-прайс нужно сходить купить тарелки. Оказывается, очень мало тарелок, придут гости. У меня в этом доме еще ни разу не было гостей. Ну, таких прям, чтобы много. Чтобы приходили, такого еще не было. Приходили, конечно, но не по 10 человек сразу. И у меня не рассчитана посуда, я старалась, когда переезжала, или что, мы по минимуму так взяли посуду. И плоских тарелочек очень мало. Вот, нужно сбегать обязательно в фикс-прайс. Если получится, я вам там обязательно поснимаю. У нас проблема в фикс-прайсе снимать в том, что у нас очень маленький магазин, и все толкаются, и это еще что-то поснимать, встать просто, это вообще нереально. Еще там охранник за тобой обычно, ну прям вот по пятам за тобой будет ходить. Так маленький магазин, еще охранник этот, там везде. Чапает. В общем, если получится, я вам поснимаю. Ну что, я сходила уже в магазин, и сейчас вам сниму распаковочку небольшую. Ставьте вот сюда. Давай, девочка, бегай. Низко ценим, будем самая прикольная, большая всегда упаковка. Так, теперь для тортика, что я взяла. Я же буду печь Алене торт сама. Если получится, засниму на наш основной канал. Так, сироп малиновый, это для первого торта. Шоколад молочный. Сливки, слава богу, сегодня были по акции. Село зеленый 33%. Потом сахарная пудра. Персики, это начинка у второго бисквита. О, колочка пока. Так, шоколад белый, для взбитых сливок я вот такую штуку беру. Так, ну а это просто покушать. Хлеб я просто взяла вот это горячее, я говорю, шоколадка поставила. Короче, хлеб с сыром взяла. Потом взяла просто сыр и ванилин. А еще взяла, давай как проверять, но нашла прям такие дешевые, надо маме сказать, не знаю, попробует она хорошая или нет. Для посудомойки, ой, открывайся же ты. Таблетки для посудомойки. 23 таблетки. 23. 166 рублей. По отзывам почитала, что очень классные. Мне вообще для лайфхака надо. Я потом буду тоже туда снимать на основной канал. Покажу, для чего нужно.
Вот интересно. Вот попробую их в посудомойке, потом расскажу. У меня нет посудомойки, у мамы есть. Вот у нее попробуем. Ну все, на этом распаковочка моя закончилась. Ой, сейчас все уберу, и время уже. Я прям торопилась. Время уже доходит без 20, а мне в час забирать Варюшку. Так что я все убираю и побежала за малышкой, за своей. Потом уже все домой пришли. И Аленочка тоже у нас пришла. Принесла мне подарок. Сейчас покажу. Уже заклеила, правда, кеды, которых проходила она ровно 2 дня. Была полностью оторвана подошва. Вот я уже заклеила, хотела, надо было показать, как было. Кеды за 800 рублей. Радует, что не за 8000. Готовимся обедать. Ой, мне так нравится эта тарелочка, мне кажется, на ней хлебушек будет прикольно смотреть. Сейчас нарежу. Что-то приготовила салат, красивый салат с маминых овощей. Болгарский перец, помидор, огурчик и зеленушечки она мне сегодня дала. А еще хотела похвастаться вам. Смотрите, сколько она передала сегодня винограда домашнего. Домашний виноград, это зеленый с косточками, а это для маленькой. У нас Варюшка не ест с косточками. Такой пакетик она передала без косточек. Прям целый пакетище виноградов. Какая мамочка у меня молодец. А мы собираемся кушать и желаем вам приятного аппетита. Готовила шоколадный кекс, сейчас его поставлю выпекать. Хотела вам заснять, но пришла сестра попить чай, и я не стала при ней снимать ничего, мы пока тут с ней разговаривали. В общем, покажу уже, получается, результат. Мы с Варюшкой пошли на танцы. Чапка, моя кудрявая девочка. Оставила там торт мой допекается, но мультиварки, поэтому сам выключится. А то я вчера умудрилась запеканку оставить и уйти на английский. Хорошо, Алена была дома. Я ей позвонила, она выключилась. Ваткой, не прыгай. Подожди. Сделай чуть-чуть повыше. Вот так. Угу. Еще чуть-чуть вот так. Будешь подпрыгивать? Нет. Я еще подпрыгиваюсь. Я подпрыгиваюсь. Я могу поставить на заветный, но я ничего не так. Да. Именно так я и сделаю. Сделаю тебя на замедленное, ты будешь подпрыгивать и будет маска. А еще у нас какая-то очень странная погода. На солнышке очень жарко, в тенечке холодно. А мы сейчас в тенечке, мне жарко. Тебе жарко, да потому что ты прыгаешь. Что я отправила Варюху на танцы. Сейчас у нас случилась неприятная ситуация. Варюшка играла с бутылкой дома, с водичкой. Бутылка, небольшая пластиковая бутылочка. А вы, может, видели, я брала сегодня в фикс-прайсе. Ах, тебе нет, я даже не показывала. Ну, в общем, она с ней игралась, дома игралась, я кидала ее, чтобы она вставала. Но она, видать, лопнула. Ну, она брала воду и положила ее в рюкзак. И пока мы шли с ней, она игралась, опять рюкзак бросила, и вся вода, полный рюкзак у нас. Хорошо, телефон не взяла, так бы телефон утопила. Разрешили ей сегодня в обуви не в сменной пройти, чтобы не босиком шла. Вот. Сейчас буду часочек работать и ее ждать. Привет спортсменам. Привет. Какая я тебе девочка? Тебе зачем? Сейчас будем покупать масло сливочное. Сливки нам не нужны, нам нужно сливочное масло. Это же сливки. Масло сливочное, наверное, мы... Нет, не трогай. Мы наконец-то вернулись домой. Мне что-то так спать охота. Прям вообще сил никаких нету. Аленка причесала тебе навела. Я не навела, она вспотела. Ну как она вспотела? Она вспотела, танцевала. Ты танцевала? Смотри, выделяется. Смотри. Все, она будет хорошо. Лысина. Сейчас нужно поужинать и нужно постараться сегодня пораньше лечь спать. А вот с этой девочкой опять никто не погулял. Пушочек. Она не лизнула. А, мне кажется, не падает. Все, мы пошли ужинать. Ходила в моей мультиварочке, испекся бисквит шоколадненький. Вот он такой, горяченький, сейчас его нужно вытащить. И когда он остынет, его обязательно нужно в пищевую пленку, чтобы он там полежал хотя бы часа 4-5. Я вытащила корж, шоколадный бисквит свой. Смотрите, какая у него высота.
Он прям вообще сегодня получился прям идеальный. Сейчас он остывает, и нужно его завернуть в пищевую пленку, и он до утра будет отдыхать. Тут кнопка стоит уже, сторожит. Смотрите, красивая барная стремянка. Ну, стремянку мама не убрала, они ее как стул теперь используют. Уже все, обшорка, лед как удобно. В общем, и сейчас я готовлю обычный бисквит. Вот у меня сбиваются белки, сейчас желтки и соединю, и буду выпекать его. Ну что, я уложила девчат спать, мне тут допекается мой второй кекс. Уже поздно, уже так хочется спать. Я сейчас буду все прибирать посуду, и как раз допечется кекс, я его вытащу. Второй сейчас заверну и пойду отдыхать. Устала вообще, сил нет, а завтра еще больше надо сил. Так что всем пока-пока. Thank you.